У тебя подход к сну неправильный. Че это? Ну, потому что смотри, как надо. Вот ты пришел, может быть, даже не пришел, перед сном, часа в 4 утра. Взял, душ принял, на грудь принял чуть-чуть. Если дама есть, вообще хорошо. Так вот, после того, как ты принял на грудь, принял душ, после дамы спишь, как младенец. Да надо приготовить, пока. Я тебе говорю, как младенец младенцу в прошлом, да? Нужна просто прикольная, такая милая колыбельная. Мама спит, она устала, и я играть не стал. Я ж друзей не привожу. Выпил, закусил, лежу. Готов. Ребята, увози его, потихонечку только, чтобы не разбудить. Спит, как младенец, главное, похож. Толстый, лысый и сопит. Белый свет! Пометку надо делать! Стремление, где утеряна стремительность и как бы недоверие.